Привет всем, ребята, с вами Султан. В общем, этот ролик такой необыкновенный ролик у меня получится в этот раз. За счет чего? За счет этой камеры, которую я купил. В общем, я в ней, как сказать, не разобрался до конца, потому что функций очень много. Но, как вы помните, я в первом своем ролике про камеру, про Sony камеру, сказал, что есть одна функция, когда вот открываешь, да, и то, что ты снял, надержишь на стенку и можешь там смотреть, да? Но я не пробовал, понимаете, я это сказал, эту функцию, но в практике я ее не применял. И, в общем, так получилось, я на днях познакомился с еще одним братом. В общем, мы подписались друг другу на канал, нам понравились наши каналы. Я точно не знаю, как его зовут, но у него на канале написано «Невидимый X», да, вроде. В общем, такой невидимый братан есть у нас. И он задал вопрос, когда посмотрел ролик про эту камеру. Султан, можешь снять ролик именно про эту функцию, да? Когда показываешь на стенке. И я вот вечером сидел и думал. Ну, немножко делать нечего было. Так, пусто, немного, бездельничал, да, можно так сказать. И вдруг вспомнил его слова. И думал, дай посмотрю, а в натуре. Надо же попробовать, как-то работает, не работает. Людям говоришь, а... Пробовать-то не пробовали. И, в общем, почитал паспорт, как это все делается. И вы знаете, я был в шоке. И когда я сделал, в общем, получился домашний кинотеатр. Ну, понимаете, не маленькое какое-то изображение. А если у тебя стенка, допустим, 3 метра в длину и 4 в ширину, тут тоже есть такая функция. Можно вот формат это настраивать, ширину определить, длину определить, да? И можешь смотреть. И я сделал, в общем, экран на всю стенку. Получилось, в общем, 3 метра в длину и 4 или 5, по-моему, метров в ширину, да? И, в общем, был в кайфе. Сидел, и что я сделал? Пошел, купил семечки. Потом Кока-Колу купил. Загрузил последний фильм Арнольда Шварценеггера. Это фильм «Саботаж». Ну, он там до 18 лет. Немножко там есть такие ненужные, как бы сказать, моменты для детей. Думал посмотреть этот фильм. И, в общем, вот на таком домашнем, можно сказать, кинотеатре, да, просмотрел этот фильм, и был, знаете, такой, семечки как закончились, колу как выпил, ничего не заметил я, и фильм закончился, в общем, было ништяк, в общем. Камера действительно офигенная, стоит даже, не знаю, я 340 долларов, по-моему, отдал, или 320 за нее, там вместе с сумкой. Ну, в общем, если даже две штуки она бы стоила, я бы купил ее. Сейчас кто-то посмотрит, подумает, наверное, какая-то прибыль у него идет, он рекламирует камеру. Нет, друзья, эта камера моя, я ее купил, не рекламирую. Просто был задан вопрос, и вот то, что вот невидимый наш братан задал этот вопрос, я сделал этот ролик, понимаете? И, в общем, здесь еще функции есть, функций много. Допустим, можешь, переносные диски есть карманные, да? Ну, как их называют? Оперативная память, да, можно сказать. Ее тоже подключаешь. И можешь сразу отсюда перекидывать туда, накоплять. В общем, функций много. Но сегодняшняя функция именно вот это будет. Вот смотрите. Вот это окошечко. Вот я покажу поближе. Вот. Вот это окошечко. Из этого маленького окошечка получается большой кинотеатр. Друзья, не надо идти в кинотеатр. Купите новые фильмы, загрузите сюда и сидите, смотрите скайпу. В общем, хватит болтать. Я покажу это на деле. Так, друзья, я, в общем, дождался ночи, или ночи, да, можно так сказать, чтобы продемонстрировать эту камеру. Но хочу заранее сказать, что, как бы сказать, запарился. Так, друзья, это уже второй дубль у меня. В общем, дождались ночи, да, чтобы потемнело, чтобы продемонстрировать камеру. Хочу заранее предупредить, что я вот сейчас свет везде выключу, чтобы лучше было видно, как она показывает. И на телефоне я попробовал, так как бы то, что я хочу передать, совсем не получается. Из-за телефона, может, из-за съемки, может, свет отключаю из-за этого. В общем, когда я буду снимать, не снимать, а показывать, чем, в общем, дальше отходишь, тем экран становится больше. Ну, посмотрим, на камере будет заметно или нет. Сейчас я настрою и... На стеночку поставим наш. Ну, у меня здесь видиков не было внутри.
Так что вы как бы, ну как сказать, пустая была камера, пришлось выйти во двор, тут там две курочки рябые есть, надо было их снять, пришлось их снять, то есть другого у меня ролика нету здесь, и этот ролик именно для этого, так что не эксклюзив, да? Я свет выключаю, нет, сначала направим, так, поехали, свет выключаем. Вот, смотрите, друзья, на стенку. Вот видите, как показывает. Сейчас сначала поставлю. Так. Так, сейчас. Вот начало. Вот так вот показывает. Если отходишь дальше, когда дальше отходишь, изображение становится больше. Можно сделать на всю стенку. И еще, когда, ну, я сейчас же в руке держу камеру. Она немного трясется, изображение портится. А когда поставишь на что-нибудь, изображение становится четким. Ближе подходишь, меньше экран. Вот видите? Дальше отхожу, больше экран. И чем дальше отходишь, тем больше экран. В общем, можно сделать на 3 на 4, 5 на 6, разницы нету. Думаю, что было всем видно действие это. Вот такая курица у нас. Съемочки в YouTube попало, в общем. Так. В общем, друзья, думаю, что всем понравится. И невидимый наш брат спросил меня про эту функцию. Я рад, что он мне напомнил, можно так сказать, да, я это снял. Я сам даже не пробовал, не знал. Есть еще одна функция здесь. Тоже недавно узнал я, вот пару минут назад, можно сказать. Тут еще есть такая функция, когда снимаешь на ветру, да? Ну, ветер же в микрофон как бы дует, и во многих съемках слышно этот ветер. Здесь есть сенсор такой, его нажимаешь, здесь кнопочка, вернее не кнопочка, а в меню настраиваешь, и этот сенсор, когда работает, ветер не записывается на видео. Но я предпочитаю снимать реально, поэтому я им не пользуюсь. Хочу, чтобы было, ну, как сказать, реальное видео. Ветер тоже послан Всевышним, так что думаю, что понравилось. Всем пока, чтобы у всех было все ништяк. Друзья, я еще вот думал свет включить, и может быть при свете будет видно, ну конечно изображение будет нечеткое уже, потому что свет горит, будет виднее, как становится больше экран. Вот сейчас я навожу на этот, не на это, а на стенку, навожу, посмотрим сейчас как получится. Так, стенку сними. Вот видите, на стенке, я свет специально включил, чтобы показать, вот ближе я подхожу. Видите, экран какой становится? Можешь до самого минимума довести экран. И вот я отхожу потихоньку. Отхожу. Отхожу. Вот. Могу еще уйти. Чуть-чуть в эту сторону. Вот сейчас я отхожу еще дальше. Видите, он какой большой становится. Уже не вмещается, уже уходит изображение. В общем, можно вот так вот больше сделать. Сейчас еще раз. Во. Во. Вот так вот видно, какой он большой. Вот. Не знаю, получилось нет. Но это была маленькая добавка. Ну, думаю, что все. Пока.